Եթե ես այս ինֆորմացիա կամուշում եմ, դավադամիշտան ապատրում եմ խարեմ սատգով տեսանդի կատմուսը, տեսանդիս ռաոզենովա եկուսած կատ շիատքիտը։ Բատալիոնիս տեսանդիրեպած Հուսետիս սամխնդրո Ти за овие сарге бу, ана. О, а фазар софас шим да гајда овие. О, чујнц мандет ми дивек, рагац мола пара ке вагвак, а? Само дакто, ми дивек. Смари, биће бу. Наград ришкал, гајда. Миди, миди, чахти. Рамдени хани, армина хирескас. Давай. Ну как, можно, да? Мы находимся с вами на правительственной даче Рамзана Рамзанова, где состоится встреча народов кавказской национальности. Речь пойдет о грузино-абхазском конфликте, который, к сожалению, уже затянулся, перерос в военные действия. Господин Рамзан предоставил свою резиденцию для проведения официальной встречи народов конфедерации. Но ожидания большие. Специально для этой встречи было заключено временное перемирие. На встречу приглашены представители разных национальностей, авторитеты, старейшины. А вот, кстати, одни из них. Здравствуйте, вы откуда? Я ингуш. А что вы думаете, что сегодня произойдет? Точно могу сказать, но надеемся, что все будет хорошо. В всяком случае, мы это очень хотим. Спасибо. А вот прибыли представители абхазской диаспоры. Здравствуйте, что вы думаете? Я думаю, жизнь покажет. А что вы думаете? Поживем в один. Спасибо. А как вы думаете, улучшится ситуация или... Никакого или. Мы должны сделать все, чтобы разрешить этот конфликт. Я очень надеюсь на поддержку кавказских народов, а также русских, чтобы проучить грузинов, которые начали этот конфликт. Как вы знаете, умирает мирное население. Они, грузины, ворвались на нашу территорию и начали там качать свои права. Спасибо. А что вы думаете? Все не так, братан. Среди грузин немало хороших людей, которые побратимы с абхазцами. Спасибо. А сейчас я попрошу нашего оператора показать положение на территории, а также мы предоставим вам снятые нами сюжеты. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, господин Георгий не приехал с вами? Нет. Я думаю, что он приедет с грузином.
Товарищ генерал, одну минуточку. Как вы думаете, эта встреча принесет какие-нибудь плоды, улучшится ли ухудшенные отношения в регионе? Заранее трудно сказать, что может изменить эта встреча, но благодарю господина Рамзана за организацию этой встречи. Давайте назовем вещи своими именами. Это война. Грузино-абхазская война, а не напряженные отношения. Дождемся конференции. Мы, русские, будем только приветствовать соглашение о перемирии. Спасибо. Как поживаете? Нормально. Все собрались? Почти. Почти? Грузины. Грузины приехали. Бичебо, аг беори гамаки зине бели саха да кутеба. Тариш, кафене би аргуна, чему зма. Ара, рага френ. Оголгат чудо би ена чава таро, траван дели саха. Кадсо нас соре була, трапо да. Дави чиро, таве би цота. Таве, таве. Ара чав чеби. Агари даглели во дави соле зма. Моди маки намаз дауто во тиара хи, дара гай. Таве, моносоле. Ромели года, брат. Райго, года 03. Пайцента. Здраво, Мартис. Салам. Батон Георгий, ты не так чамусула? О, Грогу. Ченгогуна, Абхазев с гамокой вода. Ძალიან ცუდი არა. Რამზან ძალიან ეცქენება. Приветствую вас, господа. Хочу сказать, что это не официальная встреча. Я уверен, что уважение друг к другу собрало нас здесь. Давайте. Поговорим, обсудим о тех трудностях, с которыми столкнулся Кавказ. Кавказ сегодня болен, и мы должны вылечить его. Спасибо, Батон Георгий, что вы нашли время присоединиться к нам. И спасибо всем, всем кавказцам, которые собрались на эту встречу. Мы собрались ради единства Кавказа. Это единство впервые нарушили грузины. Правильно. Я так не думаю. Единого Кавказа без грузин существует? Я хочу попросить всеми кавказцами любимого и многоуважаемого господина Зурбега высказать свое мнение. Огромное спасибо за приглашение, конечно, за это доверие. Это для меня, как представителя черкесского народа, большая честь. Мы все должны помнить, Кавказ – наш общий дом. Если сегодня мы не сможем остановить абхазско-грузинский конфликт, который навязан нам, что греха таить, врагом Кавказа, то эта болезнь распространится на остальные регионы Кавказа. Что касается Грузии, мы все виновны перед Грузией. Все. Но и грузины тоже должны быть более мудрыми, более осмотрительными, потому что они наши старшие братья. Это еще мы виноваты.
А кто определил, что грузины наши старшие братья? Я всегда верил в благоразумие абхазского народа и сейчас верю. Море не должно поглотить Кавказ. Один раз уже была попытка осуществить это. Я имею в виду мухаджирство. Я изучал историю Кавказа. Грузинские цари были также и царями Абхазии. Царь абхазов, грузин, ранов, кахов, армян. Армян? При чем тут это? Да, да. Армян. Совместная жизнь на протяжении стольких веков — это не рабство, а единство. Единство истории, культуры, традиции, быта, семьи. Между братьями победителей нет. Оба проигравшие, повержены. Подруг Юрий, может, вы хотите высказать свое мнение? Мне вспоминается один мудрый старец Мингрел, которого я знал с детства. Он был слеп, ничего не видел. Но по ночам он ходил по деревне с зажженной лучиной. Однажды мы, дети, столкнулись с ним в темноте. Один из нас преградил старцу дорогу и спросил: «Дедушка Фома, зачем слепом зажженная лучина? Чтобы вы, дети мои, не натолкнулись на меня в темноте», — ответил старик и ушел. Вот на этого старца похож я сегодня. Я и грузин, и абхаз. Так меня растили, так я жил, и все вы это знаете. И в этой полной трагедии, страданий, войне не имеет значения, чья шальная пуля, грузина или абхаза, сразит меня. Все равно в могилу я сойду как грузин и как абхаз. И хоть успокоюсь на том свете. Меня беспокоит одно. Какой ответ я дам своей грузинке матери и абхазу отцу, когда я их там увижу? Кто меня убил? Вот это я должен буду сказать. Я закончил. Батону Тараш, вы, по-моему, что-то хотели сказать. Благодарю, Рамзан. Что я могу сказать после такого глубокого и мудрого анализа? Ясно, что Даур и я стоим на разных позициях. Я из Сухумивара. Ты же из Гудауты, да? Мы оба из Абхазии. Я защищаю свой дом, а он свой. Эта война, на войне господствует ненависть. А ведь наших дедов и отцов за частью грудью кормила одна мать, и они разделяли между собой горе и радость. Он, как абхаз, скорее брат мне, чем враг. Нас так растили. Мы оба держим в руках оружие и защищаем свой дом. Но я имею полное право заявить: грузин не отливал пуль для того, чтобы убивать абхазов. А те пули, которые уничтожают нас, Даур лучше меня знает, где и кем были отлиты.
Рамзан, друг, вот что я хотел сказать. Уважаемый Зурбек, все знают, что войну начали грузины. Имперские намерения грузин для нас не новые. Мы боремся за нашу свободу. Абхазский народ не потерпит рабства. И еще кое-что. Если рабство неизбежно, пусть нас поглотит море, нежели река. Под рекой подразумевается Грузия, да? А под морем Россия. А я думаю, что Россия это целый океан. Так думать нельзя. Неправильно знал. У всех и всего свои границы. Понятно, что грузины умеют красиво говорить. Но непонятно, в чем мы провинились перед ними. Все беды от грузин. Они ворвались на нашу территорию и начали командовать. На вашу территорию? С древнейших времен Абхазия была территорией Грузии. Автономия, телевидение, университет на вашем же языке. Это вам дали мы, грузины, бичо. А вы говорите, что находитесь в угнетенном положении, что мы вас угнетаем? Да, да, именно так. Вы ворвались в наши семьи, напали на нас, начали грабить и стали все контролировать. И вам не стыдно? Вы 10 лет тайком вооружали, чтобы воевать против нас. Вы нам, грузинам, нанесли удар ножом в спину. Как вы смеете так говорить? Под чью диктовку вы действуете? Мы боремся за свободу абхазского народа. И мы добьемся своего. Араприз годам цкотит куэн арахарт. И вы тоже хороши. Сколько можно под ихную дудку танцевать? Проводите гостя. К сожалению, сегодняшняя встреча нас ни к чему хорошему не привела. Одумайтесь, кавказцы! Одумайтесь! Кавказцы! Господин Тараш, можно на минутку? Слушаю. Вы же прекрасно понимаете, как русский народ любит грузин. Знаю. Знаю и могу поклясться перед Богом, что это любовь взаимна. Но знаете, нам всегда мешают политики. Да? Да. Только русские политики? Нет, что вы говорите. Грузинские политики тоже. Еще вот что. В лице вас я вижу большого драматического режиссера кукольного театра. Желаю удачи. Вот так, господа. Сопелши Цхауров, Свисяседзеп. О. Мои цари шли, Рашен Сестра. Инда нас новый Абхазы на хута гавата нутра. О, да? Ара, Давыд. Ари Макаван, а. Мери Робис Мохтеб. Ан сари тут Мохтеби ту арага мертвайцис. Тан Сулсу Ара Чеми Хелит Ручалта. Ара, Рогорс Гиндана. Кия, Цмурат Гвитхари, да, Ан Висяседзеп. Ан Садми Лихар. А нам пута шираги дес, а мне интересно. И к нему кидали, вот чем мы думали, что они нам могут. А вот да было за этим он канал фиго. Давайте, ты что, их не псай думал, а нас. Хорошо, мы сейчас чем история. Слово открыто бы я обхазепс. Что нет, мы не стагуа шоребе.
дагва пириспиребен да абхазец тавиствис данинацилебен метки. Эгре. Симартлес вамбобли да эсайме патиес. Шарке выпал. Да схожие было. Кирилл, найму наши рецепты. А, шарка выпал. Ну, хэми надо шарка выпал. Ла-ла-ла. Эртрес, чем из макна пути того сахалит? Оджахши сачукарим у Мартвес. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам подарок от Того. Спасибо вам большое. Для веселого семейного праздника. Спасибо. Заходите к нам. Благодарю, пожалуйста. Мы торопимся. Не нужен. Это тебе. Спасибо. С праздником. Спасибо вам. Ես մոմենտի դավին ախետա ուծնով դիսկեն ծավետ, ռոմլովից չեմ ստանախվազի կայիքցն է, բաշին մեմ մի ուղթիրոմ ռաղաց, սաշին ալով եմ ուղթերոտա։ Сейчас, чем и цел сфуя, деда да подарец мадам Губа. Сахали, чем он предлагал мне тренис. Ты то раз медзеб, да чем он утвал, а чем ты то он пал с моим домом. А для меня он не дает подолгу вашим тренис. А хоть их ты смогли так, а вот да, мисси Сахали, эти хели с гацлинази. А ну, я спута сама гирова, да? Да, сидя, ну, мисси. А хоть мы не могу сочу карим остану. Чего, Мара, ты есть того, а на пришлось я. О, арги, арги, я не знаю, что это все. Молча, трама за саму быстро. Арги, молча, не знаю, как мы сошли. Мошенница, ты не одетал, да? И так. Зачем клады? Чпахе. Дальше бил. Цхали дактю. Да, угай. Богом гия.
Сай, знакас. Чем задам юди-юди, ада. Ты че бы симгарис хмагал иди. Ты ада вахуари, ада, да? Сам урам не будет, да. Саму смогу. Саму. Сай, дака, смогу. Сохумели, бар. Че? Фет, были си дамот. Шумца, нам еще вот бак, вала сагатула шуля бер, вард. Надо чё-нибудь бича бить. Стумари, клапс. Ва, гио. Ха-ха, гио. Логороха, кему окро. Кеми, кеми, швили с багация, да? Моди, гио, моди, кему окро. Каму деки, ну. Каджики, да. Каму деки. Эти гадико, каму идти, что-то чаму тебе, швени. Швени швили, а двао. Логороха, ке? Ах, равень, да, вы чё, чему дёно, чему чё? Бог за урова, шиха, порешка. Чему гевле, шина? Тауча, ай, ага, мас пить лобот, вейгэ, змау, чё, не там, эти раги, краги, не цвали. Цмэдо, бодим, им бичэвс гау мачус, винс, кушин, шеец, и не чё, 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 не Мас пинзало, чвела охина! Интересно, чем кое-кто запись тавра не будет, ведь чем и сахар и загвари гавиго. А по рагвари харшен? Никола Зарелашвили, текст-медицинс. Че? Лазашвили Реват, текст-медицинс. Лапия Швили Лаша, храм-медицинс. Николоз Метревель. Правда, не цвис хар? Трамет. Трамет, ты из Гайхары. Чем? А, там, Пенделия. Гайхары, правда, не цвис хар? Храм-медицинс. Гайхары. Уча Мачарашвили. Юли Заркова, чуть медицинс. Муджири Шули Шота Гахлаур, цепсу медицинс. Назмат Зегия, Фрамет. Ухала Шули Гоча, Фрамет. Шермаги, Шермаги, Отцы. Сурьяни Ваджи, Цхамет. Ахата Зегия, Цхамет. Игорь Цабаура Шули, Цхамет. Рамдени хар сваракат шетилогог мерепо, кака речило гулепо, сам шоблоствуиз дахуретилог бичепо. Лоцулоб ткентвиз швелепо. Лоцулоб ткентвиз швелепо.
Чупо. Ваня, это вы? Чупо, Ваня? Это вы? Руки вверх. Не двигаться, а то стрелять буду. Сам ты кто? Эй, я спрашиваю, ты кто, бля? Джумой меня зовут. Мне совсем не интересно, как тебя зовут. Кто ты, пан нации? Местный я, абхаз. А ты? Я тоже местный. Правда? Грузин. Ага. Давай. Стреляй. Чего ждешь? И кончай с этим. Если стать что нужно, выстрелю. И тебя не спрошу. Хотя бы и не знать, с того, чьей руки я умру. Да, пожалуйста. Перед смертью назови меня Гия. Гия? Давай, Гия. Русский, да? А при чем тут русский? Сейчас автомат у всех есть. За пачку сигарету можно достать. Курить хочешь? Дай воды, если есть. Есть. На. Спасибо. Как твоя фамилия? Шагай. Шагай. Пей, пей. Еще есть. Спасибо. Кем тебе приходится Тогу Шагая? Да ты его знаешь. Он мой близкий родственник. Спасибо. Ты тоже из этой деревни, да? Все Шагаи из этой деревни. А что с твоими глазами? Да не знаю. С утра по лесу бродил, возле меня бомба взорвалась. Упал, потерял сознание, ослеп. Болит такая адская боль, что прикоснуться не могу. Ну давай. Ты что? При свете посмотрим, что там на тебе. Открой глаза. Больно. Широко открой глаза. Больно. Давай, все обратно. Спасибо. Ну-ка, полегчало. Это что? Рюкзак. А? Твое? Не, это чупа. Чупо? Да. Что еще за чупо? Он иностранец. Вот он. Интересный он человек. Посмотрим. Мастер кайфа. Вот он, чупа, Ваня привели меня сюда. Сказали, что скоро придут, вот я и жду их. Интересный он человек. Интересно. Дай Бог тебе здоровье полегчало. На, оторвись. Тогу где?
Не знаю. До этой недели наконец-то у него родился сын. От счастья он сам не свой. Сам? Маленький Астамур родился. Да ты что? Ты Астамура тоже знаешь? Да, знаю. Тоже мне как брат. Правда? Правда. Ты сказал, что ждешь иностранца. Да. Откуда? Урунду. Что? Урунду. Урунду? Где это? Хубил, мама знает, где находится эта страна. Две недели уже у меня живет. Да. На каком языке говорит это? Как аду? Сказать? Ну, скажи. С ума сойдешь. На всех языках хочешь парить. Вот. Уже интересно. Вот заладил. Раз я нахожусь в Грузии, буду говорить на всех языках. По-грузински, по-осетински, по-абхазски, по-армянски. Короче, на всех языках, которые употребляют в этом стране. Говорит, что он находится в Грузии, да. Это он так считает. Чушь. Не рано, что он был сейчас в Адачевском ключе, а? Мазари хвереби. Тидевс. Тидевс. Ара. Атара урунду элевс. Тидевс шут.
კენი მოგპარესო. Там ждомит эти четыре, тхила, тромес, Алла дидеба, да. А, ара? Алла? Да? Дидеба. Армоец, эцкос. Мовица, мовица, мовица. Шенехла и сехла би мемгони. Ара. Кшурс, ара. Мойся, мне на том шурс. А, шендиди хархо. Хо? Ах, картон. А, это не шенг шурс. И мы там ухвары бегал с патара. Кесмис. Арго, кесмис, кац. Кидай руслот гипасу. Раз гимал. Юма! Да! Ты здесь? Да! Хорошо, спускаюсь. Я умоляю, Варок. Странный человек. Что это? И кто он? Он мой друг. Это его. Друг? Близкий, очень близкий друг. Ага. Очень близкий друг.
Где мой рюкзак? Рюкзак где мой, блядь? Сзади, посмотри. А, вот он где, сука. Иди сюда. Иди ко мне. А Ваня где? Да пошел он нахуй. Сначала рюкзак, а потом Ваня. О! Вот и мы. Член. И как только к бочке подошел, блядь, друг по башке палка, это сука грузинская женщина, блядь. И я занервничал, нахуй. А когда я нервничаю, я очень злюсь. А когда я злюсь, у меня встает. А когда у меня встает, у меня все чешется вот между ног. Чупа, неинтересно. И давай ее за шиворот и в бочку, нахуй. И вдруг выплывает, нахуй, такая белая грузинская жопа, прикинь. И я ее давай трахать, сука ее. А че, парень, ты бы ее не трахнул, а? Ты че, а мы в одном общем другом обсуждали, а? Где? А мы на дружаре в одном общем, а че? Где? Грузин, да? Чего? И карта ли харпитю? А? Значит, маме с ней наехала. Я сюда приехал ебать Грузию. И грузин. Ой, как бы что, а? Чупал. Ты больше никогда никого не сможешь поебать. И мы без звучания. Это твой трофей, брат. Эх, Дюма, чем узнал. Айс домой с гамму побольшим домой уходили по утрам. Терешевать.
Самцухарут, чем их зак, талду. Стогос гадает, да. Тхари гиянга мог их замет. Она честно хрип. Гадав все маграме срад. Кац лев ромамас тогус гадавцем цади. Иди, что ты смел? Прощай. Где ты пропадал? Что происходит? Что вы празднуете? Выгнали грузинов. Разве это не повод для праздника? А, понятно. Того у себя? Наверное. Что это у тебя? Это подарок Того. Какой подарок? Я встретил Гию, друга Того. И что дальше? Ничего. Просил передать. Вот и я несу. Ты знаешь, что это? Нет. А что? А может быть, там взрывчатка? Какая взрывчатка? Заткнись. Все хорошо. Никто не знает, что хорошо и что плохо. Что с тобой, Дюма? Да ничего, ничего. Вот это тебе. Что это? Не знаю. Гия передал. Гия? Где он? Ты где его видел? До пещеры он дошел, а потом не рискнул. Ну, осторожно, может быть, там взрывчатка. Заткнись! Брат поверил мне. Что?
мой брат, поверь мне. Господи, как ты молчал. Спасибо. Спасибо, брат.